Друзья, всем доброе утречко. Мы проснулись, Ангелина сразу ест яблоко. У нас с собой нет ножа, поэтому приходится так грызть. А Соня ест груши. А за окном сплошные степи, снегу. И так всю дорогу. Ничего нет. Почему-то. Ни городов, ни деревень. Просто степь и степь кругом. Решили мы сходить в вагон-ресторан. Там такая пурга на улице. Просто обалдеть. В общем, сейчас пойдем посмотрим, что там продают. Что интересного есть. Друзья, здесь такое большое меню. Очень много блюд. Я прям в шоке, как и в полноценном ресторане. Но закончилась кока-кола, и Ангелина плачет теперь, потому что нету колы. Единственное, друзья, что осталось, это вишневый сок. Ангелина первый раз в жизни пьет вишневый сок. Вот ты? Кинчана? Похоже на компот, вот прям реально мамин компот. Не сок точно, напиток. Заказали пельмени, нам принесли, но почему-то они с бульоном. Хотя не было написано, что с бульоном, я с бульоном обычно не ем никогда. Ну да ладно. А Соне принесли плов с говядиной. Ангелине принесли лагман. Она ломается. Ломается, не хочет. Не нравится. Вот ты. Софья попробовала томатный сок. Соленый впервые в жизни. Вот ты. Полусонный масел. Заказали тортик. Медовый. Вкусно, Соня? Хорошо. Ну, слава богу, хоть что-то понравилось. Ангелина у нас отрубилась в ресторане. Смотрите, разулась в пижамке. Какая разница? Корея, Казахстан. Ей везде хорошо. Друзья, Ангелину не можем разбудить. Через час уже причаливаем. Ангелина дала храпака. Соня красится, Ангелина ржет. Потому что Софья, когда красится, она всегда комментирует. Ангелине весело и смешно. Заодно учится. Только тут темно, я не знаю, что она сейчас намулюет на себя. Будет как матрешка. А? Выйдешь на солнечный свет, будешь как матрешка. Что такое красота для кореянки? Это когда ты даже в поезде умудряешься выпрямить волосы. Друзья, мы приехали. Мы приземлились, я ничего не снимаю, потому что у меня чунчинёпсо. Как это сказать по-русски, не знаю. В общем, нас встретила целая дивизия, бабушка Рая. Ладно, попозже вам всех покажу. Это Усть-Каменогорск. Это родина моя. Мы в этом городе одни, нам имена, давай короче не тяни. Я прям вспоминаю, когда мне было 16, помнишь, мы ездили в голубой, музыку врубали вот так тоже. Блин, как было круто. Я не обижу, в обиду не дам, и я читаю этот рэп по твоим губам. Друзья, мы пришли в супермаркет. Да, вот так выглядит супермаркет. Как называется? АДК. Вот корейский магазин. Это корейский магазин? Блин. Доктор Джарт, это классная фирма. Все есть, друзья. Прикиньте, Усть-Каменогорск, все есть. В Казахстане корейская косметика популярна. Норито. Ангале. Ну, не хочешь, как хочешь. Так, Ангелина.
Что она выберет? Что за... Тик-так! О, это классная тема. Это очень вкусно. Кстати, апельсиновый вкуснее. Ну, как хочешь. Соня, давай, выбирай. Она могу. Вы? Вот оно счастье. Вот оно счастье, ради которого мы ехали сюда. Друзья, вот так вот у нас стол накрыт. Мама подготовилась, наготовила кучу еды. Вы посмотрите только на мою племянницу. Не думаю, что это для вас неожиданность. Какая у меня может быть племянница? Конечно, самая красивая девушка в Казахстане. Это моя сестра и мой племянник. Не верю сам, что ты моя. Ты носишь лой-лой-лой-лой. Иди сюда, я тебя поцелую. Ты сногсшибательная, я. Не верю сам, что ты моя. Котики. Нужны щипцы, есть щипцы? А, размечтался. Не только вилка. Фока покёпся. А эти есть. Вот резинку перемотай. Есть резинка? Резинка для волос есть? Зачем? Перемотать. А что? Нет, не надо, говорит, так изощряться. Ты носишь лой-лой-лой-лой. Иди сюда, я тебя поцелую. Ты сногсшибательная, я. Не верю сам, что ты моя. Друзья, всем привет! Всем привет из солнечного Казахстана. Из города Усть-Каменогорска. Сегодня мы вот вышли сейчас на улицу. И я понимаю, что я вообще не ориентируюсь здесь. Вообще не знаю, где мы находимся. Мам, ты ориентируешься? Пролетарская. Понятно одно, что тротуары никто не чистит в Усть-Камане. Снежок не очень беленький. Для Ангелины обломчик она хотела. В снежке покупаться. Смотрите, как снег убирают с дороги и кидают его на тротуар. Черненький. Слушай, а вот почему он такой серый? Грязный. Это от воздуха? От дорог грязный. Нет, от дорог вот этот грязный, с дорог. А это? Прям как будто пыль на него садится. Где же чистый? Где же он чистый? Серый. Ну, чище. Но, ну, нет. Это родина моя. Обоссаны все сугробы. Зато здесь есть трамваи, друзья, смотрите. Шикардосно. Вот так, друзья, уничтожают культурное наследие. Было красивое историческое здание. Облицевали каким-то говном еще и наполовину. И так все. Это все было, исторический такой был центр. И вот так теперь это все выглядит, что узнать невозможно даже. Ты носишь лой-лой-лой-лой. Иди сюда, я тебя поцелую. Ты сногсшибательная, я. Не верю сам, что ты моя. Ты носишь лой-лой-лой-лой. Иди сюда, я тебя поцелую. Здесь такой шикарный, вот есть каток, и он абсолютно бесплатный, и прям под нашим домом. Мы в этом городе одни, одни летят, ночь зажигает фонари подряд. Мы в этом городе одни, огни горят, ты примеряешь на себя еще один наряд. Еще один наряд за мной по дворам. Я этот мир положу весь твоим ногам. А ты не верила словам, полна Москва слезам. И я читаю этот рэп по твоим губам. Ты носишь лой-лой-лой-лой. Иди сюда, я тебя поцелую. Ты сногсшибательная, я. Не верю сам, что ты моя. Бабушка бежит через все поле, чтобы внучку поднять. Ты сногсшибательная, я. Не верю сам, что ты моя. Друзья, мы зашли
какой-то шикарный ресторан, который находится у нас прямо рядом с домом. Ну, чего прикольный, он в традиционном стиле выдержан. О, традиционные национальные костюмы. Красота, я люблю такие места. Садись, Инна. Замерзла? Посмотрите, какой у нас шикарный стол. Это у нас здесь манты, это бешбармак, это шурпа, плов настоящий узбекский. И у Софьи что-то острое из лапши. Как называется, кстати, надо бы спросить. Похмельный суп. Похмельный суп. Это был масел. Что за вкус? Ну, новый вкус. Игомогома. Казахстан сарамдери до его богу боры муджокон. Казахстан газ. Кури пуса. Пуса. Инга буян. В Корее есть похожее блюдо пусам. Там тоже вываривается мясо на пару. Посмотрите, что нам принесли. Хачапури. Покажи-ка, Света, мастер-класс. Я первый раз вижу такое блюдо. Я видела по Ютубу много раз. Макати, отрывать. Хачапури рагу. Кусочек отрывай. Ироки могнунга. Кусочки. Чай будешь, Софи? Тимашиле? Еще, наверное, чайник чай надо. Ну да, еще один закажем. Можно такой же? Еще чай такой же. Пан мог очень тямащиться, пан. Так оживилась Ангелина. А, это бужен паня. Очень тямащин пан. А бужен паня есть. Так, Соня, давай пробуй. Хачапури. Да. Одна попробовала уже. Это очень вкусно. Да, тема? Тащи. Она один уронила. Еще и себе в сапог. Тащи. Горячий только скажи. Ты кого? Че симаги могу? Тара кинго. Кинго. Горячий. Друзья, на десерт мы заказали еще чебурек. Ну как на десерт? Просто кто-то не совсем наелся. А че? Почему такой большой? Могу более? Друзья, всем привет! С вами снова Ольга и София. Сейчас мы с Софией направляемся на рынок. Те же Филиппины, только там потеплее. Да? Хотите? На Ютубе покажут вас. Ой, не надо, меня не надо. На кого-то, значит, его надо сказать имя. Это раз. Так вы и меня там были? Ну, если вы хотите, мы ваше лицо не будем показывать. Ну, почему? Пускай. Пускай? Да. Так, я когда держу, что-то надо делать. Вот так, держите в левой руке, в левой. И загадайте от сердца, что вы желаете. Все, друзья, нагадали. Теперь Софья меня допытывает, на кого я гадала. Не скажу. Обиделась. Соня, под ноги смотри. Шапку-ушанку еще надо сверху. И будет красота. И мы с Софьей идем пробовать шаурму. О, Аэродром. Это 이게 입이 칸찬 멋있어, 붙어있어. 아, 저기다 먹으려고 한 건데 왜 또 말하냐고.